Всем привет! Мы на Флагман ТВ, рубрика «Брендовые обзоры». И в сегодняшнем ролике мы поговорим о механических индикаторах поклевки от компании Fox. Итак, первые в нашем обзоре – это механические индикаторы поклевки Illuminated MK2. Поставляются в жестком пластиковом защитном кейсе. Есть комплекты на 3 штуки, есть на 4 штуки. Цвета 4 штуки – красный, оранжевый, зеленый и синий. Комплект из 3 штук состоит из красного, оранжевого и зеленого свингера. Из названия мы можем определить то, что этот свингер подключается к электронному сигнализатору поклевки. Свингер жесткого типа на штанге со скользящим перемещающимся грузиком. Вес грузика 80 грамм. В случае, когда вы ловите далеко, имеет смысл этот грузик сдвинуть к головке свингера, чтобы утяжелить и сделать натяжение лески. Если ловим близко, имеет смысл сдвинуть ближе к стойке, там, к ротподу, облегчить его и сделать более чувствительную индикацию. Головка свингера сделана из акрилового прозрачного материала. Внутри находится светодиод, который срабатывает при поклевке одновременно с сигнализатором. Внизу силиконовая накладка. Сверху фирменный фиксатор лески от Fox. В дополнение к грузику свингер оснащен пружинной регулировкой натяжения лески. Имеет два положения. Можно полностью ослабить и огружать свингер только грузиком. Если этого недостаточно, мы можем усиливать натяжение. Здесь вот есть такая стрелочка и циферки. На единичку, когда мы ставим, появляется дополнительное натяжение. Если же мы поставим на двоечку, накручиваем, так сказать, еще пружину, еще больше пружинит. Свингер оснащен быстросъемной системой. Точно так же и снимается. Следующая модель свингера на штанге – микро. Также поставляется в пластиковом надежном кейсе. Свингера микро идут в комплектах 3 и 4 штуки. Комплект из 4 свингеров состоит из красного, оранжевого, зеленого и синего цвета. Комплект из 3 комплектуется без синего цвета, то есть красный, оранжевый и зеленый. Свингер микро состоит из стальной штанги. Она несколько тоньше, чем у МК-2 Illuminated. Скользящего грузика для регулировки натяжения лески. Далеко ловим и ловим близко. Головка свингера из акрилового, хорошо проводящего, рассеивающего свет материала. Имеет слот в передней ее части для изотопа. Слот этот очень плотный, хорошо садится, не слетит при поклевках. Головка свингера оснащена регулируемой системой фиксации лески, в данном случае два пластиковых усика, которые мы можем разжать и сжать вот этой гайкой, которая находится внизу головки. Тем самым вы можете настроить усилие под свой диаметр лески, на которую вы ловите. Свингер имеет быстросъемную систему монтажа и демонтажа. Свингеры, о которых только что шла речь, оснащены одинаковыми быстросъемными соединениями. Иногда эти соединения, там, эти площадки, эти крепления бывают ломаются по разным причинам. На этот случай компания Fox выпускает эти крепления отдельно. Называются они MK2 Swinger Tex. Эти свингера и крепления к ним вы можете приобрести в наших розничных магазинах Flagman, а также в интернет-магазине flagman.kyiv.ua. Если обзор был вам интересен и полезен, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. До новых встреч, ни хвоста, ни чешуи!